И вот с красивого заката я кое-что начинаю снимать. Снимаю я вот, казалось бы, с виду какую-то непонятную хреновину. Ну, вот, кстати, подвез сюда еще стройматериала. Вот это, кстати, мои саночки, вот это эстонские лыжи. Как эстонские, они советские, но они эстонские. Ну, помню. Вот, вот. Во -во -во, во, 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 Так вот, ну, это санки. Вот я так поставил во-первых, я вот здесь сделал практически полноценный короб, вот, да, то есть это чуть-чуть ниже планка, но не важно. Так вот, выглядит все смешно, вот это особенно смешно, но это, то есть, ну это сейчас, вот заходя внутрь, во-первых, тут немножко творческий беспорядок, нет, не так, не так, надо заходить не отсюда. Вот это, кстати, стенка уже готова, как вы видите. Северная сторона, я ее, вот, ну, вот, вот как бы север, как бы вот так, ну и поэтому я ее уже практически заделал, а, вот сейчас буду вот это вот все вот, вот эту вот стеночку так оп зашивать, ну а теперь смотрим, во-первых вот эту косину временно я ее уберу потом, а вот это уже нормально, вот то есть не нормально тут уже так, сейчас это уберем. Вот эти на это уже навсегда. Так вот, опять я делаю, чтобы вы понимали, сейчас, э, как, блин, как показать-то. Э, я сделал, короче, очень низко, чтобы вы понимали уровень моих глаз. Вот, ну, вот. Вот так. То есть вот тут вот я упираюсь уже, вот видите, да? Поэтому мне сейчас очень, э, как сказать, пригинаться. Вот, блин, э, вот это вот деревяшечка, поэтому я немножко приопущу телефон. Вот так вот. Здесь такая вот система. Запилил, долго вымерял, все. Но потом вот это вот... Это, вот эта вот щель получилась только из-за того, что он немножко ходил я его поправить решил ну и заколотил гвозди и уже потом увидел что тут щель образовалась но это не страшно потому что все равно здесь вот тут вот э, скажем так ну можно назвать это треугольником наверное ну ладно вот здесь вот я решил сделать ну то есть если вот здесь как вы видите только пополовинка вот вот половинка как сказать вот вот половинка и вот стоечка да а вот здесь вот тоже будет, ну, как сказать, вот, вот так вот. А здесь я решил сделать полноценный перевернутый треугольник. Вот здесь вот не получилось нормально сделать, потому что ее увело, как будто вот что-то такое произошло, ее просто вот, по-моему, она вот немножечко вот, ну, задирается вверх, то есть она вот как бы пытается вот вверх подняться, она криво высохла, скорее всего. Ну, усохла неправильно. Вот здесь вот долго вымерял, запиливал, немножко плесневелую дощечку выбрал. Но ну, это сейчас проветрится, ничего страшного. Так вот, так. Вот тут, и как вы видите, вот, вот это вот, вот все, это будет пол. Как бы это, точнее, здесь вот отсюда, вот если смотреть, то это потолок. А вот так это пол будет. И, как вы видите, вот здесь я наколотил. Вот это вот, она тоже немножко кривенькая, но это ничего страшного. И вот здесь вот я. Так, давай фокусируемся. Ведь тоже нормально, так по кривизне. Ну да, в моем стиле. Но чуть-чуть криво, это тут не влияет ни на что. А вот здесь будет пол. То бишь, я вот где-то вот здесь сделаю залаз. Вот так залажу. И вот здесь, допустим, как-нибудь себе вот так сделаю столик. Вот, да. И когда мы будем заходить, вот здесь вот будет потолок, как бы вот такой вот до конца. То есть он будет вот отсюда, вот до сюда, вот такой вот. Так, что дальше-то? Ну вот, как я уже сказал, здесь вот перевернутый треугольник. Вот как-то вот так, да, опять вот. Она, ну из-за того, что она еще вот, как сказать, вот эти концы прижаты, и поэтому она еще и вот так выгнута. Я даже сейчас покажу как-нибудь. О, о, видите, она как бы, видите, выгнут туда, потому что немножко не подрасчитал. Ну, впрочем, не важно. Дальше, как вы видите, вот тут у Косина, вот это вот, она вот, ну, сейчас покажу. Она вот, видите, сделана немножко неправильно. То есть вот, вот это вот, это не треугольник. То есть вот эта стойка, вот тут нормально, тут вроде нормально, и хоп, вот так быть не должно, потому что это все все равно провернется, и жесткости в этом плане нету. То есть, видите, она качается, это нехорошо. Ну, как качается? Она уже как бы не качается, потому что, ну, жесткость какая-то уже присутствует, но это не та жесткость. Поэтому, что я сделаю? сделаю я следующее. Как видите, она с наружной стороны прибита. Я прифигарю у Косину вот, вот сейчас, опа, Блин, экспозиция, во. Вот отсюда вот косину сделаю, вот куда-то вот сюда вот выведу ее. То есть я сделаю крест тут, накрест, ну, <coughs> такой просто крестик без всяких подтекстов. То есть, ну, вот тут будет, ну, как бы он вот отсюда, блин. Вот как-то так, во -во. отсюда он будет, до туда, и вот здесь еще одну планочку на определенной высоте, как и вот эту сделаю. Ну, не вот, не совсем как вот эту, а скорее как вот эту. То есть я запилю ее примерно вот таким образом. То есть соединение вот как здесь, будет вот здесь. И вот эта укосина, она будет вот здесь, то есть внутри. И будет забиваться вот так вот. То есть не с этой стороны, как это, а с внутренней. Дальше вот здесь продолжаю зашивать я. Так уже, блин, ой, ой. Вот, сейчас покажу. По бырому еще. Вот я тут продолжаю зашивать. Дальше что у нас там по планам? Такая вот крыша неправильная. Но это я все тут устрою, сделаю по-нормальному. Дальше. Электричество это тоже временно. Нашел винтик. То есть не винтик, а вот эту гаечку, которую потерял очень легко теряется она но зато вот такая розетка очень удобна то есть ну в плане она на... очень она дешевле просто вы не найдете она я не знаю просто очень дешевый ну и удобно вполне правда не подходит под такие евро удлинители то бишь вот такие вот вот так ногой лучше а, в которых эти вот жилки заземления в которых Грязь забивается, поэтому надо использовать все-таки такие старые советские дымители, в которых просто две дырки. И все. Ну, дальше здесь вот сейчас шел дождь жесткий, до него я закинул старый линолеум, и здесь у меня уже такая, как мастерская началась потихоньку. Ну все, продолжаем. Здесь сделаю потом нормальную проводку, это я так временно все. Ну и как бы все, вот. Сейчас покажу. Вот дверца из домика из того. Такая вот она веселая. Это вот кусок крыши веранды старый первый, точнее веранды. Вот это вот ответная часть к двери. То есть видите, вот отсюда как бы засов он. Как бы вот так вот. Вот, смотрите, он отсюда выходит вот так вот. А вот заходит он вот сюда вот. Видите, вот тут он заходил. Ну, я как-нибудь ее вот сделаю я хочу воротовидные створчатые двери впереди вот тут сделать и все так что вот все как бы больше не знаю что показывать вот такой вот